я не рассматривал Шевченко главным тренером Киевского «Динамо». У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий главный тренер, с которым продлен контракт до 2024 года. Вот. Я могу уявить себе, что я буду працювати в майбутньому. И с Рібровим, и Шевченко. И с Луческо. И с Луческо.